17 ноября днем депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов был задержан на улице сотрудниками полиции. В доме депутата прошел обыск. О причинах задержания пока достоверно ничего не известно. Мы говорим о том, что мы сами слышали, и мы читали и смотрели, ну, вернее, читал Самсонов, а он озвучивал это вслух, ну, как мы его попросили это сделать на камеру, вот, там не звучит форма такая, что его обвиняют в педофилии, его обвиняют просто в сексуальных, насильственных действиях. Я так понимаю, проводят какие-то там следственные действия. Я сотруднику в форме задал вопрос, на основании чего они это делают, учитывая, что Самсонов имеет статус краевого депутата, должно быть решение коллегии судей Приморского края и разрешение прокурора края. Мне ничего не прокомментировали, не ответили, то есть они ни с кем в контакты, в разговор не вступают, в том числе и с самим Самсоновым, пока он стоял возле двери, они тоже на его вопросы не отвечали. Артема Самсонова остановили для проверки документов во время поездки в Уссурийск примерно в 13:30. Тогда же и задержали. Во Владивосток его доставили на машине полиции. Знаете, я из СМИ читаю возможный повод, по которому якобы было возбуждено какое-то дело и проходит проверка, что какая-то дама написала год назад там, или полгода назад заявление во все органы. Я знаю, что и в мой адрес она писала, я получал эту желтуху. О том, что он какие-то там действия сексуального характера проводил на пляже Шамара. Ну, это абсолютная желтуха, как будто бы вот ее писали для какой-то вот бульварной желтой газеты. В настоящее время идет расследование по этому делу. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Олег Завьялов, Настасья Лихман, новости на Восьмом.